Привет моим зрителям, подписчикам, я за рулем. Решила записать краткое видео и поделиться с вами одним нужным советом и лайфхаком. Чем вы занимаетесь, когда ведете машину, когда вы предоставлены сами себе? Я, например, нашла себе хорошее использование того времени, которое занимает на дорогу. Например, на работу, когда я ездила. Сейчас я не езжу на работу так далеко. А вообще использовала тем, что взяла диск аудио английского языка, включила радио и немножко поднимала свой уровень. Потом, значит, после этого я решила попробовать слушать аудиокниги, но у меня быстро садится интернет мобильный, у нас он очень дорогой в Норвегии. И третий вариант, я использовала это время на Face Fitness. То есть можно, пока едете на работу утром, можно заняться face фитнесом, то есть делать какие-то легкие элементарные упражнения для лица, удивление, там поднимать глаза, делать различные ОУА. И сейчас вот разленилась немножко и сразу поплыла вал. Поэтому вам рекомендую. Сейчас вспомнила, у меня в машине есть пробка и от шампанского, и обязательно, если вы имеете такую возможность, тоже пользуйтесь и пробуйте водить, писать губами букву О, букву, какая вам нравится. Ну и вот такой вот лайфхак. Пользуйтесь. Рядом с нашим Винмонополит. Все покупают зелеными мешками алкоголь на выходные. И смотрю платье, 70% скидка. Начальная цена его 60 евро. Три шва. Единственная ткань для меня. Штапель горошек. Надо шить самой. Ирина Жгун показывает свое видео, у нее такие платья шикарные в стиле бохо. Надо тоже переходить на шитье и заниматься обшиванием. Простенький. Светлые леггинсы, светлая кофта и блуза. Блуза очень нравится, мне длинная, все прикрывает. Я хочу такое шить сама. И зашла в магазин, меряю пиджачки трикотажные. Вот так они выглядят. Вот такая маленькая раздевалка, здесь ужас. И решила, что надо обшиваться самой. За эти деньги я могу такой же пиджак сама шить. Трикотаж мягкий, три шва, борты. Единственное, что карманы надо уметь хорошо встрачивать. И второй такой же пиджак. Цена около 1000 крон или 100 евро. Нет уж. Буду шить сама. Пятничная вылазка в магазин, немножко купить продуктов. Город пустой, все разъезжаются на дачи, потому что погода стоит в Норвегии хорошая. Вот такая панорама за окном у меня. Наверное, я показывала уже травку. И что же я купила? Не согласно списка, не согласно запланированного какого-то меню на обед, а то, что попалось по хорошей, комфортной цене в Норвегии. Не очень комфортные цены. И что же основное, зачем мы ехали? Мы вообще ехали за мидиями, но мидии распродали. Мы купили креветок. Вот норвежские натуральные креветки. Здесь, наверное, грамм 300. И мы будем готовить креветки сегодня. Стоят они 149 крон килограмм. Это примерно 15 евро килограмм. Ну, это хлебцы и водичка. Яблочная и обычная. И последняя на десерт арбуз и донатсы. Донатсы купила, так захотелось, кстати. Почитмилить, как говорится. Но в основном мы кушаем сейчас на десерт арбузы. Как арбузы выбирать, наверное, многие знают. Постучать, чтобы был более глухой звук. Здесь
кауница, как она называется, должна быть широкой, вот сама вот эта, с обратной стороны, не там, где хвостик, а вот эта вот кауница, ну и какое-нибудь желтенькое пятнышко. Вот такие покупки, и мы сейчас будем кушать. Установилась теплая погода, и мы покосили траву вот там, на участке, и отдыхаем. Кушечка отдыхает. Я получила десерт вот такой вот. Мороженое. У нас ездит машина с мороженым. Такая микробиль. Купили мороженое. Крем-брюле. Да, моя красивая. Да, моя хорошая. Как хорошо сегодня. Погода шепчет. Солнышко светит. А на горах снег. Нет, зум. Проснись. А я уже приблизила. Нифочка. Хватит дрыхнуть. У меня погода шепчет у нас сегодня. Да. Ку-ку. У меня сирень, которая плохо цветет. Там один куст спилила. А там соседи, которые навалили мусора. Я сделала замечание, не понравилось. Они косят траву и сваливают все. Написала, надо же уважать. Я сижу, и у меня такая панорама. Нет, не поняли. Ну, якобы у них там трава зарастает, ничего не видно. Ну, пускай, ладно. Не буду ссориться. Вот так сегодня у нас в Норвегии.